الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوات. Так, сегодня у нас так непредвиденно рано, но альхамдулилля. Мы на прошлом уроке с вами остановились на этих примерах по теме, да? Иншалла, продолжим их разбирать, и если у кого-то возникнут вопросы по ним, потому что здесь в том объеме, да, иншалла, постараюсь на них ответить. Слышно меня хорошо? Угу, хорошо. Так, давайте посмотрим примеры, который у нас здесь есть. Насколько я помню, мы на четвертом примере остановились, да? Анзальна илейка дикро литвейна линнес. Значит, у нас первое анзальна альвау, да, аля хасид ма каблеха. То есть у нас уже это было, я ему говорила, что связано с тем, что перед ней. Анзаля. Да, у нас идет, вернее, анзальна. И здесь разбирается как бы по частям. То есть «ва», потом «анзаль», вот эта часть, да, и это у нас «фиэль маадын». «Фиэль маадын», мы помним, у нас всегда «мабни», то есть глагол прошедшего времени «мабни», «мабни». «Аля сукун», смотрим, что в конце, да, и, в принципе, все. И потом у нас идет слитное здесь местоимение «на», в значении действующего лица, да, то есть кто это сделал. Вана ломир муттасиль, то есть это как слитное местоимение, да, ломир рафа, потому что у нас есть слитное местоимение, как ломир идет, например, джар или насаб, как слитное местоимение с именем, да, как мудаф илей, или может быть ломир приходить как мафульби, но здесь это как рафа, то есть именительный падеж. Мабни аля сукун фи махаль рафа, да, то есть на фаэль. То есть это как подлежащее в этом глагольном предложении. Илейка или харфуджар. Да, харфуджар у нас всегда мабни и ля махаллаху мин аль-ираб. Здесь ты написали, да, то есть иля, можно сказать, мабня аля сукун, ля махаллаху мина аль-эйраб, валь кэф, дамир муттасиль, да, здесь уже он идет мабни аля аль-фатах, то есть уже конкретно, там, кстати, там было написано тоже аля сукун, да, мабня аля аль-фатах, фи махаль джар, би харфль джар, да, то есть на, оно получается как бы маджрур здесь, то есть фи махаль джар, на месте этого родительного падежа, би харфуджар, то есть что его сделало в таком состоянии, харфуджар. Вальджар, вальмаджрур, то есть уже вот это все вместе. Да? Я более подробно, некоторые сестры понимают, что знают это, но так как есть те, кто первый раз, поэтому ориентируемся на них, а уже там. Вальджар, вальмаджрур, да, вот. Муталикан, бильфиаль, анзальна, то есть вот этот джару маджрур, связанный с ним. Аддикро, да, у нас идет уже анзальна илейка, что аддикро, аддикр у нас мафуль бих мансубу алямату насбихи альфатха аллахира аля ахири, да, здесь обычно ничего там нет особенно. Литубайина. Тубайина, у нас здесь перед ним стоит ли. Лям, лям талил, да, то есть показывает вот причину здесь, объясняет, вернее, для чего. Тубайина, у нас это глагол настоящего времени, да, фель мудари, мансуб. И здесь у вас пишется по схеме, помните, я вам на прошлом уроке говорила, что где это говорила?
что вот эти лян, кей, нет, что говорила сейчас, найду. Ну, в принципе, да. Что первые, да, помните, ан, лян, изан. Вот, ага, вот это вот, что, что у нас идут мазхаб ибн аль-Джурум, да, он как куфиюн. А мы где-то мы говорили. Сейчас найду. Угу. А, ну да, это вот, что Ибн аль-Джурум, то есть он является, относится аль-куфиин, да, к куфийцам, к куфийской школе. Да, и... И они считают, что это... да, что, допустим, сами эти частицы, они делают нас в мударе. А аль-басриюн, да, они считают, что только четыре первых, ан, лян, изан и кей, они делают мансуб, а остальные, они вот делают в нас бе. Не сами вот эти слова, которые мы здесь упоминали, а «ан», да, которая подразумеваемая. «Ан мукаддара джавазан ауджубан». И вот здесь, когда мы сейчас в этом разборе, здесь у вас говорится «фель лям, лям талил табайена фель мудари мансуб би ан мудмара». Видите, то есть в Арабии, как бы здесь по вот этому второму варианту разбор идет, то есть мансуб би ан мудмара. То есть вот это ан. Почему? Потому что здесь у нас идет ли, да, и оно не идет к вот этим первым четырем не относится. И би ан мудмара. Вот это ан, да, делает ее у нас бы джавазан, то есть джавазан имеется в виду, что ну, может она и быть, да? Ли ан, например, приходит иногда. Ан ли ан. Бад лям тали. Ли наси. Здесь тоже харф джар. Там исм маджрур, да, валям джар ли касра захира. И опять же, валь джар, валь маджрур, муталикан биль фель, только другой уже табайен. То есть это связано с этим глаголом, илейка было с этим. Как правило, с первым, который перед ним идет. Да? Здесь в этом и-арабе все ясно. Ставим плюсики, кому все понятно. Если что-то непонятно, задаем вопрос. Нет, это что, непонятно? Или нет вопросов? Если все понятно, ставим плюсик. Так. А, еще повторить. Что именно повторить? Вот это последнее? Угу. Да, то есть мы с вами, я вам там указала, куда вам нужно посмотреть. Да, вот если будете смотреть. Вот, ну, эта табличка тоже вам помогает. Что согласно ней у нас есть ан, лян, кей, да, вот эти вот иден, четыре частицы, которые делают однозначно и согласно первой школы куфийской и басрийской,
И второй, да, однозначно делают эти частицы глагол мудария после нее мансуб. То есть сами эти частицы. Но куфийская школа, она также и про вторые, или про остальные, вернее, тоже так же будет, как бы все под одну гребенку. Вот. Но басрийская школа, они говорят только про вот эти четыре, они сами по себе делают глагол в насбе, а остальные они не сами делают, а делает ан, которая после них следует, после частиц, да, вот всех остальных. Но, да, вот там лямль таалиль, лямль джухуд и так далее. То есть ан, которая после них следует. Но она может, ну, как бы быть, а может не быть. Да, то есть может быть, может не быть. Поэтому мы говорили, что есть вуджубен, вуджубен или джавазен. То есть мукаддара, вуджубен или джавазен. Вот эта ан, она невидима, ну, как бы обязательно или, ну, по какой-то возможности невидимой, то есть может как бы быть виден, да? И здесь мы упоминали, что джавазан, она бывает после лям талиль, только после лям талиль, которое вот у нас сейчас в этом примере было. То есть после лям талиль это единственное, когда джавазан. В остальных случаях у джубан она будет мукаддара. То есть имеется в виду, что после лям талиль она может типа прийти. Ли ан мы можем иногда встретить, или просто ли, да, или ли ан там язгаба, или ли язгаба, например. Поэтому джавазан. Джавазан, значит, как бы иногда она может проявиться, ну, быть не мукаддара, а, то есть раз так, раз так. А остальные все частицы, они тоже, как и лям, с этой ан, условно приходит, но внешне она никогда не проявляется. Да, то есть, и поэтому в Иарабе, ну, если бы это было куфийский Иараб, да, по куфийскому, где-то там, ну, вот тут джавазин, да, написано вуджубан, эта табличка, что мы брали, по куфийскому тогда было бы просто сказано, как вот с ну, с предыдущим, например, примерами, там, ан, да, и, допустим, потом идет фиаль мудари мансуб би ан, валямут у нас би, тогда бы было просто написано, там, табайяна, фиаль мудари мансуб би ли, допустим, вот это, да, или лям талиль би вот это ли, валямут у нас би аль фатха. Но здесь так не написано, здесь как бы чуть-чуть другой иараб. Мы видим, ну, басрийская точка зрения. То есть написано не что сама эта лям как бы его сделала, а ан, которая здесь подразумеваемая, да, то есть ли ан, как бы. И во всех других частицах здесь джавазан, то есть здесь, по сути, бывает ли или просто ли ан, или ан. А в этом, в других частицах, которые дальше у нас там по списку были, или будут, уже там не будет вот это джавазан, там будет вуджубан. Ну, посмотрим, какие там примеры. Поэтому здесь лям талиль, это ли, табайяна, фиаль мудари мансуб, да, потому что он в насбе стоит. И что его сделало в насбе? Вот, би ан мудмара, то есть ан, вот это мукаддара, да, невидимая ан, подразумеваемая, джавазан, потому что она иногда проявляется, после лям тали. Вот именно она, вот эта невидимка, сделала его мансуб. Ну, такой ираб. Понятно? Понятно, сестры, остальные? Я вот вижу два плюсика, ну, один, вернее, даже плюсик. Остальные вообще или молчат. Вот сестра спросила, я объяснила. Остальные такое впечатление, что и не поняли вообще. Понятно, что я говорю? Потому что здесь моменты такие вот. Ну, там
чтобы было понятна разница. Там так, видите, здесь не все одинаково разбор, не все частицы, поэтому хорошо. Угу. Так, уже больше плюсиков, хорошо. Опять же, задавайте вопросы, потому что, отталкиваясь от ваших вопросов, я понимаю, что повторить или где-то еще по-другому объяснить. Если вопросов нет, ну, или ничего не понятно, или все понятно. Хорошо, идем дальше. Если будут вопросы, пишите. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. У нас идет... ну, «ва» здесь не разобрали, ну, пропустили, наверное. Альва аля хас ма кабляга, да, здесь нужно было еще добавить, потому что здесь ее нету. Ма нафия, здесь у нас идет отрицание, да, ма отрицание для прошедшего времени. Нафия. Кана фиаль маад, да, это фиаль прошедшего времени глагол. Насих. Насих, то есть это и от глаголов кана ва хаватуха. Мы еще дальше будем с вами брать более подробно эти, да, но здесь дается, мы не можем все темы одновременно взять, мы, по сути, ее, ну, может, там, не помню, может, затрагивали там, да, лейса, кана, вот из этой серии, это кана, ее сестры, там она, по-моему, будет у нас отдельной темой. И это называется насих, да, то есть он как бы это глаголы неполные, они неполнозначные здесь идут. То есть они, по сути, кана — это глагол быть. То есть быть — это не какое-то действие, да, быть, не быть. То есть имеется в виду тут просто обычно, если он не в значении находиться, переходит как бы, а просто быть как в значении, ну, мы не говорим в русском, например, я есть, да, там, студент. Как, а, например, в английском, да, там говорим, там, допустим, I am a student. То есть у нас идет там вот глаголы, эти необходимые связки. В русском оно более, ну, уходят эти. Но мы его хорошо прослеживаем в будущем или на прошедшем времени. Вот там точно это видно. То есть я, например, был студентом. Да, то есть, по сути, оно указывает только на прошедшее время. Действия никакое, да, я студент, я был студентом, то есть действия здесь какого-то, да, там я читал, читаю, буду читать, нету. Здесь конкретно просто переносится на, просто время указывает, ну, данный это глагол, его там сестры кана, да, могут еще другие какие-то передавать значения, но не непосредственно значения, связанные с действием, то есть они какие-то другие. И эти глаголы, в частности, кана, да, и главный из них ерфау, то есть он ставит в положение рафа аль-исм, да, ваюнсабуль хабар, и ставит в положение насаб аль-хабар. Что имеется в виду? Что этот глагол входит в джумля исмия, а джумля исмия у нас основа это мубтада и хабар. И так как они превращаются уже в этом в разборе не мубтада, а мубтада превращается в исм, а хабар превращается в хабар кана. И, ну, здесь уже исм. То есть вот это первое слово, которое было мубтада, оно, по сути, ну, остается рафа, потому что мубтада всегда марфо тоже, то есть оно совпадает. А вот хабар, который всегда тоже марфо, он превращается в хабар кана, а хабар кана у нас мансуб уже. То есть вот это слово будет в насбе. Например, кана, там, полегче, чтобы сказать какое-то предложение. Опять же, для тех, кто может этим не очень, я просто напоминаю, может, уже многие его знают, но ориентируемся, кто не знает. Кана, например, ну, или без кана. Например, скажу, ад-дарсу сахлюн, да, урок легкий. А теперь я хочу его поставить в прошедшем времени, да, кана, дарсу. Уже остается. И уже у нас хабар встает насби. То есть вот тут хабар, да, то есть то, что здесь. И мы видим, здесь объясняется в арабе. Ну, не всегда это объясняется, но здесь объясняется. Дарсу сахлян, сахлюн, кяна, дарсу сахлян. И здесь смотрим уже на этом примере. Уэмэ кяна, здесь отрицание, да, то есть.
وما كان الله ليضيع إيمانكم. Опять же здесь задействовано другой момент, что вот этот ли хорошо. Смотрим, что здесь у нас пишут. То есть, да, Кана, вам объяснили, что это неполноценный глагол, соответственно, у него не может быть фаэль, да, у него не бывает фаэль, у него есть исм и есть хабар. В отличие от глаголов полнозначных, у которых, например, глагол обязательно должен быть действующее лицо фаэль. Ли юдиа, лям, лям аль-джухуд, да, помним, лям аль-джухуд. Ну, по сути, лям аль-джухуд, он как сказать, она не пока, ну, по сути, она не несет какой-то смысл, как, например, причины, как там было, да, они похожи, ну, не похожи, они одинаковые, ли и ли. Но здесь, ну, по смыслу мы понимаем, что это причины в таких связках, да, то есть можно было бы сказать, да, если переделать, то есть, например, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ, это как будто Аллаху ля юдия, да, ля юдия, то есть вот это отрицание, только оно будет, ну, здесь это кана показывает прошедшее время. Что это такая структура, оно как просто отрицание, да, но стилистически оно более сильнее выглядит. То есть, да, то есть если положится сказать, что Аллах, как правильно перевести, Аллах не, ну, как бы не... Не знаю, сколько правильно сейчас не лезет в голову, например, не утрачивает ваша вера, да, то есть как бы ничего не будет как бы потеряно, да, а здесь и не было Аллахом, как бы вот это ли дает такое усиление, потеряно ничего из вашей веры, да, то есть оно по сути смысл такой же был, но стилистически он более такой вот яркий, сильнее показывает силу изречения. И здесь лям аль-джухуд, юдиа, уже фиаль, фиаль мудари, мансуб, биан мутмара. Вот то, что там говорилось, да, уже, биан мутмара. И так как это уже не лям, которая показывает причину, поэтому здесь вуджубен, вуджубен. Да, помните, там только вот лям, которая здесь была, это алиль, она была у нас джаваз. И само, теперь вот это лям аль-джухуд, валь-фа'иль, то есть вот вместе вот это, да, вместе. А фа'иль здесь, кстати, его не указали. То есть нужно было, наверное, сказать тут перед этим уджубан бад лям аль-джухуд. Хорошо, и потом написать... А, да, все правильно, это я не так прочитала. Уджубан бад лям аль-джухуд. Хорошо, это я не увидела бад. Еще раз, значит, глагол мудария, да, мансуб, би ан мудмара, вот это скрытое ан уджубан, то есть обязательно она никак не проявляется здесь никогда. Бад лям аль-джухуд, да, то есть имеется в виду после лям, тут она как бы имеется в виду, что условно скрыта. Валь-фа'иль, фа'иль, действующее лицо, дамир мустатир. Вот в этом случае это дамир мустатир джавазен, то есть скрытое местоимение джавазен. Что имеется в виду джавазен здесь? Как вот в чате хочу понять, что такое джавазен, как вы здесь понимаете, валь-фа'иль, дамир мустатир. Джавазен. Аль-джухуд, это как бы, ну, как отрицание.
отрицание, да? Оно идет вот после отрицания. Уэма и потом ли. То есть не было то-того-то. И вот после ма оно идет. Ну, это как бы отдельная тема, тоже более там подробно. Сначала мы будем еще, может, позже более брать, потому что. Но оно идет в позиции вот с отрицанием. Наверное, он может быть и написан. Это вы имеете в виду про дела. То есть может быть написан дамир. Здесь не совсем, ну, как бы и да, и нет. Нет, не совсем правильно, не дамир. Тут может быть написан, а может быть написан именно файл. То есть, смотрите, здесь может быть «Вама кана Аллаху ли юдия», имеется в виду «ли юдия Аллаху». Да, то есть, ну, здесь «гуа» возвращается, да, скрытое. Но может быть, когда у нас идет глагол, вот третье лицо, он самодостаточный, по сути, да, «юдия», там, «имэнаку», да, это уже будет самодостаточный глагол, понятно, он как бы означает «гуа», да, как здесь объясняется, «такдиру гуа». Но, например, здесь мог быть и отдельно стоящий «бамир», не «дамир», извиняюсь, отдельно стоящий «файл», отдельно стоящий «файл». Как, например, если здесь написано, вот, например, ну, здесь это не написали, но здесь, вот, смотрите, вот на, «ва анзель на», вот здесь его упустили. «Аля сукун», «ва на», «дамир мутфасиль», да, вот здесь мабни, нет, это не то. Это не то. Это не то. Это, например, если бы было, это прошедшее время, если бы было в настоящем, например, «нудыл», да, например, «нудыл», то мы не можем «нудыл нахну» сказать. То есть там только, там бы было «удюбан». То есть какого-то отдельно стоящего имени или слитно там местоимение мы ничего не можем присоединить. Вот оно только так. Поэтому там «удюбан». А «джавазан», то есть может быть предложение «юдыл», там, и какое-то имя, там, «юдыл Аллаху», да, там, или «ля юдыл Аллаху». То есть это предложение может быть с отдельно стоящим именем. То есть здесь не сам дамир имеется в виду, джавазан может быть, а, ну, то есть он, по сути, ну, тут такой смысл, да, но сам дамир, он как бы фаль, да, может быть джавазан. Присутствовать или отсутствовать, как видимо. Хорошо, такдиру, да, то есть здесь этот дамир, который скрытый, то есть когда мы смотрим юды, да, мы понимаем, что там скрыто гуа. Вахабар кана махзуф. И да, то есть у нас хабар кана здесь махзуф в этом предложении. Вот. И потом идет иман, иманакун, мафуль бих, мансубу алямату насбих аль-фатха. Это к этому глаголу, да, у нас идет к этому глаголу, то есть это глагол, у него есть файл, и у него есть мафуль бих, имана, да, имана, мафуль бих, мансубу алямату насбих аль-фатха, валькаф, ну, можно сказать здесь, ва гуа мудаф, валькаф дамир муттасил, мабни аля, ну, здесь они, в общем, не написали, как бы, валькаф, тогда, если просто кеф, мабни аля дам, да, потому что они как-то так, то пишут, то не пишут здесь что-то, потому что кеф, а где мим, мим, не, а, нет, есть, вот мим. Валькаф дамир, тогда мабни аля дам, фи дамир муттасиль, да, сюда написали муттасиль, мабни аля дам, то есть дамму сюда вставить, фи махаль джар, мудаф илей, то есть вот это ку, это мудаф илей, вальмим, да, вот этот, вальмим, здесь это харф, мим это харф,
ميم الجمع, да, то есть это указывает, то есть это ميم الجمع, этот харф называется, тоже можно сказать, что он мабни, аля сукун, ля махалляху мин аль-ираб, потому что все хуруф ля махалляху мин аль-ираб. То есть вот эта часть. Здесь понятно по вот этой части, если есть вопросы, задавайте. Ну, я тоже что-то думаю, что тут прямо находит. Хорошо. Давайте шестое возьмем. Васбир хатта яхкум Аллах. Да, у нас идет исбир. Ва, там опять же, как обычно, тут у нас все так начинается. Потом исбир, это у нас идет фиэль амр. Помним, амр всегда мабни, мабля, в данном случае аля сукун. У нас фиэль амр, у него есть фаэль, да, ва фаилюху бамир мустатир. Уджубан. И здесь важно, что когда у нас фиэль амр, у нас всегда будет мустатир или мутасиль. Да, ну, если мустатир, то уджубан. То есть мы не... это не может быть как фаэль. Да? Если мы там что-то говорим, какой-то... То есть у нас это всегда второе лицо. Да? То есть ты, вы, мустатир вуджубан, такдируху анта. Хатта – это харф гая, да, гая как бы цели, че, этот харф, указывающий на цель, то есть да, как бы с такой-то целью, да, или для того, чтобы, или до, например, пока это может быть, да, там, до, ну, до или пока, например, делает то-то, пока там не станет то-то. То есть это, по сути, как бы цель, что нужно достичь того, за счет этого будет у тебя достигнуто что-то, вот пока, да, там то-то, то-то. Фиаль мудария, яхкуме, да, у нас идет мансуб, биэн мудмара, опять же, потому что хатта, да, по вот этой второй схеме, как у нас басриюн разбирает, биэн мудмара, уджубан, бада хатта. Да, то есть, опять же, уджубан. Если бы это было куфиюн, то бы сказали хатта, и было бы фиаль мудари мансуб, там, бихатта, да, и все. Там, мансуб, уалямату насбих аль-фатха захир аль-ахири. Здесь этого, кстати, не добавили. Аллаху ляфзаль джаляля, да, фаил, марфу, وعلامة الرفع الضم ظاهر على آخره. То есть такая вот, тут в принципе ничего таких, думаю, тут понятно, легко. Седьмое. لا يقضى عليهم فيموتوا. Да, у нас идет لا يقضى. Первое это لا حرف النفي. Отрицание. Ваякуда. Фиаль мудария. Мугайр сыга. Имеется в виду, что... Что такое мугайр сыга? Кто догадается или знает? Угу. Мугайр сыга. Ну да, измененная форма. А что имеется в виду под этими словами?
На форму посмотрите глагола. Да, ну только там неправильно написали. Маджгуль, да? Мабнили маджгуль. Да, то есть оно идет как пассивное то состояние, поэтому написано мухайра сыра. То есть как бы форма измененная, имеется в виду, встает не... Как он называется по-русски? Наклонение как-то... Да, как мы пассивно? Не, не повелительно, не, не наклонение, а то есть по-русски подскажите, как это будет? Да, пассивный залог, ну, не, страдательный, вот, страдательный залог, да. Вот, оно получается страдательный залог. Марфуа алям тарафа яддамма мукаддара. Да, тут, почему она мукаддара? Давайте подумаем, почему дамма мукаддара тут пишется. Почему дамма мукаддара? Исм максур. Да, потому что у нас... Ага, вот я хотела как раз спросить. Да, потому что у нас есть алиф. А какая причина здесь того, что она мукаддара? Ну, то есть алиф понятно. И как мы напишем? Аддамма мукаддара, по какой причине? Именно в арабе, как мы говорили, помните, мы говорили, если алиф, то это причина, ага, таазур. Да, то есть невозможность, как бы уважительная причина у нее не принять никакую гласовку и в даму в том числе. Хорошо, алейхим, у нас идет аля харфджар, да, там, можно сказать, мабни аля сукун, ля махаллаху мин аля ираб, вальха, домир муттасил мабни аля аль-касар. А, ну да, ги тут идет. Аль-касар. Опять же, тут можно вот добавить, как-то так странно, что-то там пишут, там не пишут. Вот этот мим, где у нас там было, у нас про мим. Вот туда. Уаль-мим лиль-джамай. Алейхим. Харф. Ля махаллаху мин аль-ираб. И здесь вот аль-джар валь-маджрур, вот это аля, да, плюс ги, джар валь-маджрур, валь-джар валь-маджрур, фи махал найб фаил, рафай найб фаил. Это как бы редкий случай, когда это джар валь-маджрур, но бывает тогда. Йокуды алейхим. Да, почему? Потому что этот глагол, он типа требует вот то, что мы понимаем, как, да, у нас мабни лиль маджгуль, обычно то, что мы понимаем, над чем происходит действие, да, он идет в простом предложении мафуль биги, он как бы переделывается на наиб файл. Но в этом глаголе и требуется предлог, переходящий как бы предлог. И поэтому здесь уже вот этот джару-маджрур, он как бы заменяет наиб-фаль. Понятно, иншалла. Фаямуту, да, ля юкуда алейхим, фаямуту. То есть и как бы по этой причине, да, как бы фаямуту, фальфа сабабия, то есть причину указывает. Ямуту фиаль мудария мансуб биан мудмара. Опять же, помним, что если фа, так как оно из списка вот этих последних, значит, ан мудмара будет у нас по мазхабу басриин. Вуджубан, опять же, потому что это не как его там лям таалил. Бад аль фа сабабия, да, то есть у нас ан, как будто тут фа,
an, ее здесь нету, не бывает, а типа подразумевается. Валямат у нас беги хасфиннун. Помним, так как у нас это афаль хамса, у нас ямутуна в основе, и после фа она стоит мансуб, а мансуб би хасфиннун. Да, так как это афаль хамса. Лианнаху мин афаль хамса. Валвау у нас идет вау аль-джамаа, да, вот которая здесь. Дамир муттасиль мабни аля сукун фи махаль рафа'и фа'иль. То есть это дамир муттасиль, слитное местоимение фа'иль. Так, вот что включилось. Здесь сначала понятно. Найб фа'иль. А, найб фа'иль это... ну, дословно, как бы заменитель фаиля, действующего лица, подлежащего. Это как бы подлежащее, которое в страдательном залоге. То есть мы, например, говорим, там, мальчик разбил чашку. То есть здесь кто, например, разбил мальчик чашку? Давайте так, там, да, например... Тогда мальчик действующее лицо. И теперь заберу мальчика и скажу, чашку разбили. Да, без указать. То есть вот эта чашка, уже в данном случае, она будет найбфайл. То есть она вроде бы, ну, как бы она тут действующее лицо. Но по сути действие, если логически, ну, над ней. Да, то есть мы говорим, чашку разбили, не указываем кто. И получается, как будто оно действующее, но по сути оно над кем действовало. Да, над ним произвело действие. Хорошо, это было здесь. Здесь есть вопросы? Мне кажется, я много-много говорю, и уже некоторые потеряли. Ну, хочется эту тему добрать до конца просто, поэтому... Пострадающее лицо, пострадавшее. Ну, типа пострадавшее, но это с условием, что это не, ну, залог не действительный, а именно страдательный. Потому что мафоль беги, это может быть пострадавшее лицо, да? И, как я вам сказала, там, побил мальчик чашку. То есть здесь есть кто. А когда не указан кто... Но в смысле, не просто не указан, если скажу, побил чашку, он, допустим, то здесь все равно есть фаиль, кто действующий. Если глагол стоит страдательного залога, тогда вот этот действие, например, да, как у нас чашку побили, то есть у нас непонятно кто. Но в глагол в арабском не может быть так, чтобы не было, ну, как бы фаиль или заменителя фаиль, то есть такого не бывает, то есть должно быть. Как бы крайний должен быть. Но если крайний не указан, то тот, кто побился, то виноват он. Вот типа так. У меня... Ага, вопросы. Сейчас разбито. Мудмар — это мукаддар. Мудмара и мукаддара — это как бы то же самое. Синоним. Да. Ну, мы сейчас пройдем, если будет время на вопрос, еще зададите. А если что-то не успеете, ну, подготовите, можете озвучить их в домашнем, и я, иншалла, на следующий раз или на уроке уже вам разъясню. Девятый давать. А, не, восьмой. Да? Та'аллами аль-ильма фа-йанфа'ука. Изучай науку, и она будет тебе в пользу, будет тебе пользой. Та'аллам, да, та'аллам, фи'аль амр, это идет у нас повелительное, мабни аля сукун, да, то есть у нас идет мабни аля сукун, как обычно. Но здесь у нас идет что? Встреча двух сукунов, поэтому мы видим кассер. Мы должны вот это вот озвучивать, да, но мы обняли сукун, но у нас здесь это не написано слово вот кассера, тут уже сразу кассера. Может быть написано вахурикет биль кассера, такое добавление, можете себе дописать.
Вахурикет билькасра, то есть и огласована, как бы она вот как раз-то повелительная. Он мабнили сукун, но стал огласован, то есть над ним произвели действие огласования с касрой. Вахурикет билькасра, да, лильтикай сакиней. Здесь просто написали вакасра лильтикай сакиней, типа акасра для, по причине встречи двух сукун, да, или вахурикет билькасра лильтикай сакиней, по причине встречи двух сукун, уэльфаэль, да, то есть у нас это фиэль амр, уэльфаэль дамир мустатир. Помним, у нас там как было исбер, то же самое, только без этих тоже дамир мустатир, уджубан такдиру анта. Вы тут себе добавляете оттуда-сюда, потому что, видите, тут один раз одно написали, второе не дописали. И такой вот, да, вот уэльфаль дамир мустатир вуджубан такдиру анта. Аль-Ильма мафууль бих мансуб ва алямату насби аль-фатха дзахира аля ахирихи. Здесь все четко, никаких нюансов нет. Легко. Да, у нас это фиаль, фаэль, мафууль бих. Предложение закончено. То есть, если бы не было предложения, в принципе, было бы никаких нюансов тоже. Далее идет фаен фаака. Здесь уже у нас тоже целое предложение. Фа – это лист себебия, да, то есть фа себебия показывает причину. Сделай это, и это будет тебе, да, он будет тебе в пользу, то есть как бы причина, ну, как бы приказа этого, да, или наставления. Янфа'а фиэль мудария мансуб биэн мудмара. Все то же самое, что там было. Уджубен, да, уджубен. Те же самые, как что там, вот здесь. Уджубен. То же самое. Просто сам глагол по-другому там разбирается. Уджубен. И здесь вот опять же, как здесь. Ба'дель фа сабабия. Здесь тоже про фа, только разные примеры. Ба'дель фа сабабия. Здесь этого не добавили, но имели в виду. Уэль-каф. Ну, здесь скорее... Ну, да, тут вот в конце. Я бы вот это сначала сказала, потом это, ну, опять же, порядок бывает, видите, то есть это не такое прям 100% добавили, то есть что-то не добавил, потом добавил уэльфа дамир мустатир джауазен такдиру гуа. Помните, почему джауазен, там раньше вас спрашивала, да, то есть может быть, например, фаен фаа, например, например, было бы фаен фаа, например, учи, изучай науку, и, ну, допустим, не наука, фаен фа, ну, тут аль-ильму, фаен фа ка аль-ильму, допустим, еще раз сказали, да, то есть, по сути, может, ну, типа, может быть, ну, так как, чтобы не было тавтологии, поэтому оно уходит, и, типа, такдиру гуа. И каф, вот это слитное уже местоимение здесь, валькаф, дамир муттасиль, мабни, муттасиль, хорошо, мабни, тут не написали, опять же, мабни аля аль-фатах, фи махаль насб мафуль бих, то есть вот это мафуль бих, да, то есть у нас получается это и фиаль, и фаэль, и вот мафуль бих слитное местоимение, полностью предложение. Ну, то есть он получает вот эта джумля, по сути, сабабия, да, то есть оно показывает сабаб здесь. Фа сабабия, у нас там джумля сабабия, но здесь оно не разбирается. Хорошо, девятая. Зурни ва акрим, ва акримук, акримак. Ва акримак. Зурни. Да, у нас опять же фиаль амр, мабни аля сукун, зур. Вот это ра с сукуном здесь имеется в виду. Здесь интересно, ни есть тут. Уэль-фаэль, дамир, мустатир. Опять же, мустатир, как у нас там было,
وجوباً تقديره أنت. Можно добавить сюда ванун лилвикая. Вот это нун, да, то есть не может быть зури, потому что ну, как бы глагол касра воспринимает, как правило, если это не забрано у него что-то и было касра. Помните, когда там харф илля в конце забирается, добавить к нему, он это воспринимает как врага. Враг, касра, не люблю, касра это моя, я не бываю маджрур, не тяните. То есть как будто вы его тянете вниз, да, джар вниз тянете. Он не любит, он как бы такой гордый глагол. Если у него там касра где-то было, и что-то хвост отвалился, касра осталась, он вроде это спокойно воспринимает. А вот именно, когда ему эту тянут вниз, касру, нет, он это как врага. Поэтому для этого он нун аль-викая, такой страж, его охранный нун приходит, чтобы его как бы оградить от этой касры, которая я хочет повесить на него. Да, и эта касра уже цепляется на нун. То есть нун аль-викая, да, у нас идет харф аль-викая, да, это нун харф аль-викая. Валья дамир муттасиль мабни аля сукун фи махаль насб мафуль. Бих, да, то есть посети меня, как бы идет прямое дополнение. Кого? Меня, и вот это я, это мафуль бих здесь. Вальвау, вау ль-ма'ия, да, то есть ты, если посетишь, я тебя, как бы одновременно с действием, когда ты будешь посещать, я тебя, как оно, короче, почет тебе, да, угощу там, почет тебе окажу в это время, когда ты будешь меня посещать. Поэтому «маи» как бы совместность, такое действие показано. «Акрима ка фиэль», «акрима», да, тут у нас идет «фиэль мудари мансуб би ан мудмара», опять же, та же самая история, как раньше, потому что «вау», «маи», «ан мудмара», «уджубан», опять же, потому что из списка тех, которые «уджубан», «валь фаэль дамир мустатир», «уджубан», потому что акрима, мы не говорим акрима ана, да, то есть когда вот нахну ана, первое лицо, мы не говорим еще раз, поэтому здесь уджубан, такдиру ана, да, вот здесь, кажется, пишет, как раз пишется, валькаф, слитное местоимение, дамир муттасиль, можно добавить, мабни аля фатах, да, на фатху, фи махаль насб мафульби. То есть мабни здесь можно описать, что дамир муттасиль, тоже добавить, ну и вот, и все. И последний пример здесь, «Идриб аль-музниба ау ятуба», да, ну тут «ау» в значении «иля», как бы, или «илля» или «иля». То есть бей грешника, пока он не покается, да, то есть пока не покается, или кроме как он покается, то есть, ну, по сути, тоже, до тех пор, пока он покается, если не покаялся, то бей, и если покаялся, не бей. Ну, так, значит, здесь «идриб аль-музниба» написано так же, как «тааллами аль-ильма». То же самое «идриби аль-музниба». То есть тот же и араб, да, будет у нас, например, «фиэль амр», «мабни аля-сукун», «вальфаэль», «бамир», «мустатир», что там, «уджубан», «такдируху», «анта», «вахурикат», тут «ба», «хурикат», «билькаср», «лильтика», «сякинейн», المذنب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أو потом идёт уже здесь حرف عطف بمعنى إلا أو إلا да, то есть حرف عطف это в таком значении, и он в данном случае نصب, потому что здесь глагол идёт таком, не перечисляется, а именно показано по сути до тех пор, да, вот в этом значении оно именно приходит. Ятуба, ятуба фиэль мудари мансуб би ан мудмара уджубан, вальфаэль дамир мустатир джавазан, потому что, может быть,
Ятуба аль-Музнибу, имеется в виду, может повториться условно, да, поэтому джавазан. Вот и все. Эти все примеры, которые здесь. Много примеров разобрали, не знаю, может какая-то, какой-то вопрос, если есть, ну, времени, по сути, нету, поэтому вопросов нету. Вот, и примеры, и упражнения, которые здесь есть, их нужно будет сделать. Скажу, упражнение «Стахару джиляфаль аль-мансуба», значит, выписать глаголы, которые у вас в насбе стоят, «Вабэйин насбега», и указать, что повлияло на него, да, из какой насб, «Уалям это насбега», и какой признак этого насба. «Фикаулихи та'аля», да, в этом, в этих аятах у нас, раз, два, три аята даны. То есть пишите фиаль, насыпь, да, если у вас, посмотрю, то есть смотрите, или, например, если это вот из этой серии, где «н» бывает «мудмира», или пишите, это тоже момент. «Вау ль-халь». Какие разницы с «вау ль-халь»? Ну, «вау» есть разные. «Вау ль-халь» — это как бы положение. Например, и ты такой-то там. Делай это, а ты... Ну, как бы, когда ты в положении таком-то. То «вау». А здесь «ау». Это другое. Не пойму. Ну, «ау» — это «а то вау». Чуть-чуть другое. Даже слово другое, да? Или вы имеете в виду с этой «вау-ль-ма-ия»? «Вау-ль-ма-ия» имеет в виду значение вместе, с, ну, как бы одновременно. Тут обычно, смотрите, тут разные, ну, как бы, ну, по значению тут разные, сейчас не могу прямо. Моя — это одновременность действия. Тут, как правило, смотрите, ты мне это сделай, и я тебе то-то. То есть здесь даже, ну, действующие разные «анта» и «она», да, то есть одновременно. Это «моя». А, как правило, если там, если бы написано «зорни», там... Ну, то есть там положение твое бы было. Там «анта», там «ракиб», не знаю, и ты на каком-то, посети меня, и ты на коне, допустим. Да. Ну да, вот, к примеру, «валя таджалю лилляхи андадан». «Ваантум та'алямун», да, то есть вы в таком положении. Здесь уже не вместе, а здесь именно как положение. То есть вы в положении, вы знающий, и вы «валя таджалю лилляхи андадан», и здесь положение. Чуть, это не «маия», это вы не вместе с этим делаете, а вы в этом, вы вот знающий, то есть ваше положение такое, а вы делаете другое, то есть это как бы состояние. «Халь» — это состояние, а не какое-то действие, допустим, другое. Так, и второе задание — поставить подходящую частицу, да, которая подходит здесь в эти пропуски. Здесь не дается конкретно частицы, вы знаете список их. И третье — сделать иараб того, что подчеркнуто, да, «лян теналю», вот это «либерра», вот это ну, по сути, можно полностью даже вот до этого момента взять иараб, потому что мимо, ну, и это, в принципе, можно. Ну, так как по заданию, да, что вам, если сделаете все отлично, нет, тогда вот то, что здесь. Это ваше домашнее. Иншаллах, понятно. Вот. Если будут какие-то вопросы, пишите там в вопросах, в домашнем, и иншаллах проверю, иншаллах, домашнее, кого там не проверила.
Сейчас немного эти дни у меня тут экзамены, то-то, все, поэтому не все, не успеваю ничего. Баракаллаху фикунна, субханакаллаху бихамдика, ашхаду ля илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.